Всем привет, друзья! Вы на семейном канале Baby Go Show. Здравствуйте, наши дорогие! Не, на каком канале наши друзья? Не, на каком? Клика. На канале Baby Go Show. Друзья, и сегодня у нас продолжение Christmas Тайкуна в Роблоксе. Будем строить второй этаж, делать свою огромную фабрику Деда Мороза. Да! Поехали! Что у нас за это время произошло, Дэн? Во-первых, мы, наверное, накопили денег. Немножко. Пойдем строить срочно второй этаж. А потом пойдем подарки собирать. Еще, да, всякие бонусы себе. А как нам? Оп, залезаем. Смотри, Денис, я по лестнице. У нас лифта нет, приходится по лестнице лазить. Так. Стены. Стены или все-таки генераторы? Давай генераторы, правильно? Санта, сразу Санта-генератор. Ну, все генераторы построим, чтобы нам сразу много-много денежек капало, правильно? А потом уже конвертеры будем строить. Да, конвертеры я буду строить. Давай, 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 смотри, все. Так, ой, а что такое? Это эльфийский... А, смотри, Дени, у нас костюм эльфа есть теперь. Так, а почему он красный? А, все, переодели. Смотри, Дени, мы теперь с тобой эльфы. Ну, настоящий Новый год у нас с тобой, да? Дроппер надо. Первый дроппер пошел. И у нас деньги закончились. Пойдем вниз, нам надо с тобой забрать денежку. И продолжим строить, да? Так. Бамс. Ну, пока мало. Пойдем погуляем. Посмотрим, что там у соседей. Подарочки, да? Подарочки. Ну-ка. Ой, у него вход не закрыт. Сейчас испытаем елку, да? Или закрыт вход? Он от нас убегает. Ну, не врешь, не уйдешь. Что елка-то делает? Мы уже близки. Мы с ним прыгаем, да, Ди? Что происходит, что происходит, что происходит? Не видать тебе подарка. Снеговик! Доберемся до тебя мы. Я хочу понять, Ди, интересно, что елка делает, да? Да. Да. Интересно, что я делаю. И, ух ты! Ты видел, мы его в подарок превратили. Дэн. Да. Мы получили с тобой 100 очков, представляешь? За то, что превратили нашего противника в подарок. Ну все, у нас нам денежка собралась. Мы можем продолжить стройку нашу с тобой великую. Оп. Ну да, чуть-чуть собрали. Ты посмотри, сколько у нас дропперов, Денюш. У нас с тобой целая фабрика Деда Мороза. А мы с тобой в костюме эльфа еще и с елкой бегаем. Да, так, и что? Давай, вот этот дроппер, вот этот дроппер. Все дропперы сейчас. Мы тут пока немножечко подсобрали денег, чтобы вам было интереснее, друзья. Много. Так, много. Дед Мороз должен начисливить всех детей. Это мы, знаешь что, это мы с тобой уже к 2019 году готовимся, да? Да, чтобы у всех были подарки заранее. Он за год вперед заботится о том, чтобы у него были подарки. И день, наша основная цель, это вот этот вот туннель там в конце, да, внизу, который стоит 500 тысяч. А, он, кстати, 500 тысяч. Пойдем посмотрим, что за туннель. Да. Интересно же? Давай купим. Или нельзя его купить? Ну, я пытаюсь, все как-то не получается. Ньюпорт. Друзья, мы не знаем, что делать с туннелем. Если вы знаете, он 500 тысяч стоит. А, нам просто денег же не хватает, Дэн. У нас 424, да? А нужно 500. Сейчас соберем 500. 424. Мама, 424 денег. Да. Кэша. Кэш. 400. 660 кэша, Дэн. А тебе 660 кэша. Потратил кэш. Наоборот, приобрели. Давай туннель построим, да? Это, наверное, Санта, секретный лаз у него. Мам, там есть две шестерки, 660. Так, и что произошло? Смотри, туннель. Оп, и куда мы пришли с тобой? Нас куда-то туннель телепортировал. И здесь workshop floor. Представляешь? Тут еще можно сделать. А как нам с тобой отсюда выйти-то теперь? А-а-а, ну в плену. Дэн, что делать, Дэн? Ой, слава богу, мы нашли выход.
Слава богу. Сейчас мы денежку подкопим, построим там еще один этаж, да, рабочий? Да, третий. Третий этаж? Только он на самом секретном месте, Ди. Мам, там еще будет третий. Это секретное место, да. Санты, Ди. Да. Да? Да. Ну вот, ну-ка. Нам сейчас как раз, ну нам надо с тобой, наверное, наверху все застроить, чтобы у нас денежка с тобой была. И мы сделаем секретное наше место. Так, давай поднимаемся. У нас там еще с тобой незавершенное производство. Второй этаж. Второй этаж. У нас тут цеха работают вовсю. Майнят, добывают, все что угодно делают. Так, что у нас здесь все построено? А, смотри, Дэн, у нас здесь построено все абсолютно. Абсолютно все построено. Вот, остались у нас только стены и так далее. Так что пойдем мы ставить третий этаж. Наверное, сразу денежку соберем еще, да, которую накопил. Третий этаж. Третий этаж в лесу. Там в лесу. Третий этаж. У тебя внизу третий этаж, да? Да. А дальше второй и первый. А дальше второй и первый. Все правильно. В обратную... Если в обратную сторону идти, так, ну все, пойдем. Мы с тобой сейчас в секретный туннель идем. И строим еще один уровень, правильно? Да. Давай. Так, у нас ориентир с тобой будет подарок. Не будем трогать этот подарок, чтобы знать, что здесь есть туннель. Так ты его просто не найдешь, этот туннель. Так. Вот оно, секретное место, друзья. Бабах. Ага, и конвертер сразу стоит очень много денег. Ну, день, значит, надо возвращаться. Я теперь опять не могу найти выход. Фух, слава богу, нашли выход, да? Мы с тобой, можно сказать, к логическому завершению скоро придем. Так, мы пока, может, подарки с тобой собираем, пока у нас время есть. М? Как ты думаешь? Возьмем синий подарок? Побежали, побежали, у нас 60 секунд с тобой. Бегом, 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 бегом. Так, случайно не будем покупать эльфийский лук, а то потратим деньги, которые нам очень нужны. Скидываем подарочек. Все. Еще бонус получили за подарок. Ну как-то, тебе нравится день наша фабрика Деда Мороза-то? Нравится? А, давай, все, собираемся, что еще есть, и начинаем строить там. Жалко, эту штуку нельзя построить тоже там. Тут все время бегать туда-обратно очень тяжело, да, Дин? Так, олени наши, эльфы, снеговики, Деды Морозы. Сейчас проверим, точно наверху больше ничего не забыли? Нет, вроде ничего не забыли. Эльфийский костюм у нас с тобой уже одет. Так что мы с тобой добрые-добрые эльфы, которые приносят подарки детям. На первый этаж. Дин, ты бы хотел, чтобы тебе такого вот эльф подарки приносил? Да. Да? Все есть у Дини, да? А заметил, он в твоем любимом цвете одет. Какой, да, у него цвет? Зеленый. Зеленый, правильно. Эльфы всегда зеленые. Или бывают, друзья, другие эльфы? Расскажите нам, пожалуйста, в комментариях напишите, бывают ли эльфы не в зеленых костюмах. Ну что, ставим конвертер. А, это только машина. И теперь нам еще надо денег собрать на дроппер. Ужас какой. Ну, в принципе, друзья, это все одно и то же. Я предлагаю на этом закончить. Это был интересный тайкун. Christmas тайкун. Мы с Дэном построили два этажа, нашли секретное место, поносили подарочки и узнали, что елка превращает наших коммерческих конкурентов в подарки. Слышишь, да, Дэн? А, и, конечно, переоделись в эльфа. Друзья, если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите, какие еще игры из Roblox вы бы хотели увидеть. И, конечно, пишите свои самые лучшие комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших самых свежих новостей. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока!